Я буду цифры говорить. Чтобы... Нет, мне надо сейчас расстояние подними повыше, чтобы видели. Давай. В общем, есть у меня сложные цели, собранные специально для теста аппарата. Аппарат квест какой? X10. X10, вот. В общем, 1.5 грамма крест дутый. Вот. Вот это граммовые все такие вот украшения есть. Подвесочки. Уже проверено. Есть граммовый крестик, вот проверим. Граммовое колечко. Ну, они там 0,8 граммовый. И вот есть сережка, все по грамму. В общем, смотрим, как видит квест. Берем сейчас сережку. Все, сорян, не видит. Не видит? Уже не видит. Очень плохо, ладно. И железо кидает. Так, берем крестик граммовый. Вот, уже появляется сигнал, но железом бьет. 4 сантиметра, примерно 3. Так, вот кольцо граммовое. Копаемо. Кольцо видит сразу, вот видно, что примерно сантиметров 10. Никаких линеек с собой я не брал, просто тупо хочу для себя проверить и заодно засниму. Все. Хороший четкий сигнал на сантиметров 10. Все, кольцо определил. Так, берем подвесочку. Вот. Она такая тоненькая, как фольгушка, но сама в диаметре широк. Вот. Тоже копаемо. Да. Так же самое. Но я скажу, что глубина более-менее нормальная. Тоже около 10 сантиметров. Так, берем квадратный. Теперь такой же подвесочку квадратную. Проверяем. Тоже хорошо видит. Тоже где-то сантиметров 10 можно вытянуть. Вот стану так получше, сниму. Вот, четкий, хороший сигнал на 10 сантиметров. И вот крест 1.5 грамма. Проверяем. О, уже он его неплохо видит. Он его видит где-то... В общем, можно сказать, что не видит. Очень плохой, да, очень плохой сигнал. Так что круглые предметы видит аппарат. И довольно хорошо.